В год наставника и педагога для жителей микрорайона Семчина новый детский сад – долгожданный подарок. Ведь здание достаточно вместительное. Дошкольное учреждение рассчитано на 224 воспитанника. Обучать здесь планируют в том числе и с помощью инновационных технологий. У нас заключен договор о сетевом взаимодействии с Центром цифрового развития IT-Куб. И в детском саду существует компьютерный класс, в котором располагаются моноблоки, а также будут осуществляться занятия по системному программированию и основам алгоритмики. Азы программирования и компьютерную грамотность будут преподавать воспитанникам старших групп. А вот лаборатория для детской исследовательской деятельности заинтересует воспитанников всех возрастов. Кстати, в учреждении современный подход не только к образованию, но и к безопасности. Детский сад оснащен видеонаблюдением, тревожной кнопкой, пожарной сигнализацией и видеодомофоном. Гости из правительства поздравили коллектив учреждения с открытием. Мы сейчас прошлись по этому прекрасному детскому садику. Вот, я прям захотелось вернуться самому в детство, да, и поучиться в таком садике, потому что есть и мини-лаборатория, и прекрасный музыкальный класс, замечательный спортивный зал, и очень хорошие площадки вокруг. Вообще садик получился такой очень светлый, праздничный. Я уверен, что детям здесь будет очень здорово и комфортно. Новый детский сад будет работать в пятидневном режиме с 12-часовым пребыванием воспитанников. В каждой секции групповое помещение, спальня, санитарная комната, раздевалка и буфетная. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».